Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Даша Лымарь разочарована в участниках проекта. Она пишет: «Сюда берут мальчиков, которые будут эпатировать аудиторию, а мужья из них не очень, семья будет нестабильной». Она думает об уходе с проекта. Также не могут определиться, уходить им или нет, Юлия Ефременкова и Сергей Кучеров. Стали известны и постыдные факты из прошлого Ольги Бузовой. Если верить осведомителю, Бузова не была верна мужу. В свое время она активно подкатывала к женатому игроку «Спартака» Александру Самедову. Именно поэтому на одном из матчей фанаты скандировали: «Ольга Бузова – проститутка». Также Бузова проявляла интересы к Денису Глушакову, и на тот момент она тоже была замужем за Тарасовым. Стало известно, какую сумму потратила Бузова на отпуск в Таиланде. Она ни в чем себе не отказывает и до конца отпуска арендовала роскошную виллу. Как удалось выяснить, одни сутки отдыха на этой вилле обходятся Ольге в 100 тысяч долларов. А значит, за все свое время пребывания в Таиланде она потратила уже 33 миллиона рублей. И, судя по всему, это далеко не предел. Стали известны неприятные факты из жизни Виктории Борисевич. Девушка пришла на Дом-2 с целью вернуть бывшего бойфренда Давида Анташвили. Появилась информация, что она обокрала мужчину, которого впоследствии убил ее отчим. Срок она отбывала на зоне в городе Петриково. Рита Керн озвучила свои расценки за «Ночь любви». Такое удовольствие мужчине будет стоить одну поездку в Австралию, одну сумочку Prada и дорогой телефон последней модели. Ольга Рапунцель рассказала о своих планах. Она намерена не затягивать с декретом и поскорее вернуться на проект, чтобы принять участие в конкурсе «Любовь года». Она открыто говорит о том, что если в прошлом году квартиру выиграли Никита Кузнецов и Дарина Маркина, то теперь ее очередь выиграть жилье. А зрители уверены, что квартира в этот раз достанется семье Блюменкранц. Они ее заслужили. Алиса Лединская и Ваня Барсиков продолжают публиковать совместные снимки. У них в жизни все хорошо, как пишут ребята. Алексей Самсонов и его жена Юлия действительно расстались. Юлия не дает мужу видеть ребенка. Алексей пригрозил женщине судом. «Сынок мой», — написал он, — «я по тебе скучаю. Каждая скотина, которая меня к нему не пускает, потом будет отвечать перед судом за свой поступок». Юлия на это ответила, что она никому не отказывала, это у Самсонова не было времени на сына, а также он не помогал им материально. Она говорит, что все вопросы теперь будет решать только через суд. На этом все, спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.